Добрый день, всем здравствуйте. Я вас приветствую в прямом эфире. Сегодня тема у нас Акригель фестиваль. Мы с вами поработаем и сделаем небольшое удлинение в форме. Я думаю, что мы сегодня квадрат сделаем с вами. Я подготовила пальчик модели. Я очень часто показываю миндалевидную форму, а сегодня сделаем квадрат. При помощи акригель-фестиваля, ну, скажем так, сделаем такой вариант витражного моделирования. Рада всех приветствовать, всех, кто присоединяется. Напишите, пожалуйста, какой-нибудь смайлик, отзовитесь, обратную связь, видно, слышно, все ли хорошо. Картинка, звук, и мы тогда уже с вами будем начинать. Приветствую всех. Поставьте мне кто-нибудь, пожалуйста, приветственный смайлик, чтобы я понимала, что нас четко видно и все слышно. Так, ну хорошо. Начинаем работать. Спасибо большое. Спасибо, вижу. Значит, видно и слышно. Работаем мы сегодня акригелем фестиваль. Сейчас очень актуальны такие вот яркие цвета к новому сезону. Я выбрала цвет фестиваля Green, зеленый. Он в составе в своем имеет красивые декоративные элементы. И мы можем достаточно быстро и достаточно по простому пути пойти для того, чтобы сделать витражное моделирование, не применяя каких-то дополнительных средств. Уже сразу материал у нас с декоративными элементами. То есть придумывать ничего не нужно. Такой, скажем так, light вариант. Ну и подготавливаем мы классическим способом. Евроклинсер используем для обезжиривания ноктевой пластины. Я ноготок подготовила, убрала чрезмерную длину свободного края. Прошла фрезой, сняла предыдущее покрытие. Сейчас ноготок я обезжириваю. Для дополнительного обезжиривания использую Nail Prep, дегидратант. Здесь у меня, у клиента, достаточно такие мне ручки попались влажные. И так как мы будем работать с одноразной формой, она на липкой основе, я возьму Nail Prep и прям пройдусь по валикам, немного по коже, для того, чтобы подсушить, потому что я прям чувствую, что ручка влажная. И постановке формы это может мешать, поэтому можно слегка подсушить. Следующим этапом, после того, как Nail Prep испарился, я наношу ультрабонд. Препарат грунтовочный. Наношу тонким слоем с отступом от кутикулы. Стараемся без нахлестов. Буквально в 2-3 движения по торцу. Сразу видно, что поверхность ногтевой пластины слегка поменялась. Появился такой легкий, незначительный блеск. Это означает, что ультрабонд у нас на поверхности создал дисперсионную пленку. То есть такой некий липкий слой, к которому прикрепится следующее покрытие. В качестве базы мы можем использовать как супербонд, так и бейс-гель. Здесь смотрите по показаниям, в зависимости от того, какая ногтевая пластина у клиента. Еще раз повторюсь, здесь у меня ручка более влажная, поэтому в данном случае бейс-гель буду использовать. Бейс-гель наносится тонко, без моделирующего слоя, в качестве подложки, с отступом от кутикулы, по центральной части ногтевой пластины и боковым. То есть нам нужно создать основу. Основу нанести, базу на поверхность ногтевой пластины. Сушим. Базу мы подсушиваем. Вообще время полимеризации в лампе у нас 2 минуты. Пока ноготок у нас просыхает, мы подготовим форму. Я, кстати, буду сегодня использовать новые формы. Новые формы, они по факту, вы видите, что от предыдущей. Юля, а можешь мне дать формы старые, которые длинные? Есть открытая? Или надо открывать? Да ладно, я уже открыла. Сейчас, извиняюсь, секунду. А, есть открытая у меня. Спасибо, дорогая.
Смотрите, различия форм наших предыдущих и форм наших новых. Разница в удлинении. Если формы предыдущие у нас и по дизайну, они, в общем-то, одинаковые, да, вполне узнаваемые. Форма предыдущая у нас была с достаточно большим удлинением. Здесь фактически 15 единиц удлинения. Для таких моделирований экстремально длинных ногтей. И когда мы моделируем обычный салон, и, как правило, вот эту часть я убирала по перфорации. Здесь еще также в форме представлены вырезы, вот уже готовые вырезы для валиков боковых. То есть тут мы смотрим только для удобства мастера. Мы просто расширили свой ассортимент, чтобы вам было удобно выбирать. А новая форма, она отличается более коротким удлинением, то есть такой вариант салонный. И, честно говоря, вот по такому одному из моих желаний, вот убрали готовые вырезы, боковые вот эти ушки, потому что не всегда, не под все ноготки они подходят. Вот. И, например, очень многим мастерам удобнее вырезать по факту. То есть, если есть необходимость делать вырез, то, пожалуйста, берем ножницы и вырезаем. Вот такой вариант. Форма очень липкая, она очень круто прилипает, как к рукам, так и к перчаткам. У формы я подклеиваю окошечко для жесткости, накладываю и снимаю таким образом, чтобы она была липкая вся с внутренней стороны. Стараемся сильно к ней не прижиматься, она очень сильно прилипнет к вашим перчаткам. Форму разрезаю по перфорации и сначала примеряю ее к ногтевой пластине. Видите, вот пальчиком держу, никуда не девается. То есть прям очень-очень, они, конечно, липкие. Так, мой ноготок с базой, форму скручиваю в поперечном изгибе, в согнутом состоянии завожу под углы и вставляю середину. Смотрите, мне носик формы на квадрат нужно чуть-чуть поднять, поэтому, в принципе, можно немножечко подрезать центр формы. Видите, как активно она мне прилипает. Центр формы я немножечко подрезаю для того, чтобы ее приподнять. Буквально совсем чуть-чуть. Форму подрезали, зафиксировали, поставили под углы. Видите, в скрученном состоянии я, не раскрывая поперечного изгиба, вставляю центр формы, вставляю середину, параллельно отлепляю указательные пальчики, видите, от формы, отлепляю перчатки и фиксирую боковые части сбоку пальца. Зафиксировала, вот здесь поддержала форму, убрала перчатки. Теперь разворачиваю на бочок, и моя задача — склеить нижние боковые части стык в стык. Максимально ровно, без нахлестов, вот именно внизу. Далее обязательно разворачиваю, сейчас выйду из кадра, я разворачиваю форму для того, чтобы понять сейчас вот таким образом, насколько ровно она у меня установлена, и при необходимости одну из боковых частей я подтягиваю на себя. Сейчас вот эту часть подтянула, чтобы у меня форма ставила более четко. Далее от ногтевых вростов вниз. Видите, я такие делаю небольшие заломчики, как бы заужаю форму. Так как мы моделируем квадратный ноготь и моделируем вариант салонный, нам не нужно форму заужать очень сильно. То есть капельку вот здесь носик формы мы не приклеиваем. Нам нужна, чтобы у нас была такая трубочка с легким-легким заужением, чтобы центр формы совпадал с центральной осью ногтя. То есть проверяем, да, по параметрам. И при взгляде сбоку форма была слегка, носик формы смотрел у меня вверх. Сейчас у меня чуть опущен вниз, поэтому мне нужно отклеить верхние боковые части и немножечко поменять положение. То есть я беру и прям намеренно опускаю их вниз, опускаю их ниже вот уровня пальчика. И таким образом у меня носик формы, сразу увидели, да? Носик формы раз и сразу приподнялся вверх. Такой вот механизм, такие этапы постановки формы. Внизу вот здесь я еще чуть-чуть подклею, так как она очень липкая, когда внизу вот здесь подклеиваешь, она очень хорошо фиксируется и четко держит поперечный изгиб. Такие у нас нюансы постановки формы. Сориентировались, все, форма поставлена, форма у нас хорошо стоит, нам все нравится, устраивает. И приступаем уже непосредственно к выкладке материала. Акригелем я работаю при помощи апельсиновой палочки. Также мне понадобится очищающий спрей. Очищающий спрей необходимо, тут у меня кружечка есть такая маленькая, можно в колпачок.
То есть очищающий спрей я пшикаю, ну, чтобы у меня там на донышке было небольшое количество. Смачиваю апельсиновую палочку. Удобно, она хорошо выбирает в себя жидкость. Снимаю излишки. И прямо из тюбика, прямо из тубы, акригель-фестиваль у нас в тубах находится. То есть мы работаем непосредственно сразу из тюбика, выдавливаем нужное количество. Здесь, смотрите, конечно, этот на глаз это все происходит. Я беру небольшую горошинку, выдавливаю и снимаю ее на апельсиновую палочку. Можно работать в одну каплю, можно работать в два этапа. То есть тут все зависит от, скажем так, вашего удобства, от вашей привычки. Акригель фестиваль имеет прозрачную основу. Видно, да, что форма у нас подсвечивается. То есть для витража очень нам этот вариант подойдет. Я выдавила вот небольшую капельку, выложила на поверхность для моего удлинения. И далее начинаю распределять. Делю сразу его на две части. Еще раз смачиваю апельсиновую палочку. И спускаю, формирую боковую параллель. Вот притоптала. Очень он послушный, очень комфортный в работе. Притоптала, сформировала боковую параллель с небольшим таким провисанием, с небольшим запасом на опил, чтобы мы могли опилить и сформировать боковушечку. С одной стороны, вот оно мое удлинение, мы не делаем сильно там экстремально длинные ногти. Сегодня у нас вариант максимально салонный. И вторую половинку моего материала, который я визуально разделила на два, я также опускаю и формирую с другой стороны боковую параллель. Тщательно прям продолжаю от вроста ногтевого, чтобы у меня искусственный свободный край был продолжением боковой параллели натурального ногтя. Сразу формирую и толщину торца. Вот таким образом. И смотрите, оставшийся материал, я плавненько стягиваю. Здесь, конечно, вы можете уже поиграться таким образом, насколько вам хочется. Можете стянуть максимально. Я прям палочкой на нет растягиваю. Здесь можно несколько вариантов использовать. Опять-таки, ну, как хотите. Как вам сегодня понравится, можем и так сделать. Мы можем полностью смоделировать акригель фестиваля. Можем добавить софт Кливия гель. Посмотрите, он такой тоже очень классно подходящий по цвету. Можно протяжечку в зоне кутикулы сделать софт кливия. То есть, если хотите, можем этот вариант использовать. Напишите сейчас, пока мы выкладку завершаем, напишите в комментариях, как лучше. Или акригелем от кутикулы, или софт кливия. Совместим. И так, и так. Вот такой вариант. Проконтролировали, выложили. С одной стороны покрутили, с другой покрутили. Дотянули до вростов. Все, и материал можно сушить. Форма у нас установлена с заужением, но перед тем, как вы будете просушивать, обязательно проконтролируйте, чтобы форма не разжалась, так как акригель мы выкладываем достаточно активно, на форму воздействуем, поэтому перед просушкой я форму всегда поджимаю. Поджали форму и отправили материал сушить. Очень удобно с акригелем работать, если у клиента софт кливия. Давайте совместим. Хорошо, совместим, девочки. Очень удобно акригелем работать, когда у клиента такие трапециевидные ногти. И в состоянии горячем акригель очень хорошо поджимается. То есть вы достали из лампы, акригель горячий. Можно тыльными сторонами, вот своими ноготками взять прям и поджать. Можно это делать при помощи там специального инструмента, пинцета и так далее. Ну, так как у нас не арочное моделирование, обычный салон, супер пинцет тут использовать не нужно. Можно, допустим, помочь себе пальчиками. Ну, должна быть золотая середина, да, пережимать тоже не стоит. Так, давай, ну, секунд 30 у нас прошло, сейчас просто покажу. Вот от ногтевых вростов своими пальчиками вы можете просто упереться, вот, и немножечко поддавить, немножечко прификсировать. Пока акригель горячий, он имеет свойство зажиматься. Как только он остывает, он остается фиксируется в таком состоянии. Подсушили. Мы даже не минутка прошла. Давайте посмотрим, высох или нет.
Буквально, смотрите, 30 секунд. За счет того, что кригель имеет такую основу полупрозрачную с шиммером, он очень быстро просыхает. Видите, ни следов на форме, ничего не осталось. Абсолютно глянцевый, гладкий он с внутренней стороны. То есть достаточно быстро он просох. Что? Так, если нет такого, сейчас отвечу. Если нет такого геля, такого это как Кливия, да, вы имеете в виду, что лучше смешать с монофазом, гель-лак или неоновые пигменты? Так, ну смотрите, давайте пока сушим, а я поболтаю. Смотрите, если вы хотите поразвлекаться и сделать что-нибудь помешать, во-первых, мешайте аккуратно с монофазом, потому как в гель могут зайти пузыри при размешивании. Сухим пигментом не рекомендую мешать, потому что сухой пигмент, он тщательно не растворится в монофазе, и как бы вот останутся такие мелкие крупиночки. Поэтому если хотите в монофаз подмешать какого-то цвета, то все-таки да, лучше это делать с гель-лаком. Ну, главное не переборщить, да, чтобы у вас процентное соотношение все-таки геля было больше, чем какого-либо цветного материала. Поэтому так, можно не смешивать, можно работать, пожалуйста, только акригелем работайте. Так, ну подсох уже у нас ноготок. Очень классный, очень яркий, очень насыщенный гель, Soft Clivia гель, кладу крышечку. Я его сейчас буду использовать совсем немножко, мне не нужно здесь много, потому что и толщину стрессовой зоны я уже фактически начала перекрывать акригелем фестиваль, поэтому моя задача здесь сделать такую, знаете, вот... немножечко добавить неона именно в зону кутикулы. И кисточку я сейчас маленькую взяла. Вот, может быть, даже излишки смешаю. То есть немножечко под кутикулу подтянуть. Кстати, такой вариант смешивания соединения материалов можно использовать... Если у клиента влажные ногти и отслойки систематически происходят, акригель это материал достаточно жесткий, и вот для таких клиентов могут действительно быть отслойки со стороны кутикулы, поэтому сделать вот такую вот легенькую протяжку из геля более гибкого будет очень даже неплохим вариантом. Подтянули. Распределили, то есть это у нас такой сейчас эксперимент происходит, вот, подобрали по тону, подтянули кутикули, можно, кстати, перевернуть, центровать, чтобы большая часть материала у нас все-таки подходила под кутикулу, до самого свободного края протягивать не буду, потому что частично сейчас сделаю это гелем. Возможно, где-то он у нас пойдет и в пропил, хотя толщина не очень большая. Вот такой вариант. Подсушиваем. И далее берем также акригель фестиваль и уже достраиваем. Наполняем точку апекса, выстраиваем. Торцы у нас там уже хорошие. Мы хорошо выложили в удлинение. То есть сейчас просто немножечко добиваем архитектуру уже, чтобы у нас она была более полноценной. Вообще из этой коллекции, вот если говорить о цветных скульптурах, посуши еще, кстати, сейчас я покажу, просто для примера. Очень хорошие сочетания. Смотрите, могут быть они различные. Вот если мы фиолетовый возьмем акригель, это тоже коллекция акригелей фестиваль. Тот же самый, смотрите, вот розовый, вот фиолетовый. О, Танюш, ты пока стоишь, а можешь мне дать эти цветные софты? Ирис, Дейзи Роуз. Очень классно они могут сочетаться, то есть в качестве удлинения витражики делаем фестивалями, а от кутикулы можно пройти скульптурами цветными. Впереди у нас прекрасный весенний, прекрасный летний сезон. Посмотрите, как они классно между собой могут сочетаться. Может быть, вот такое, вот такие варианты. Ирис будет очень круто смотреться с фестивалем с фиолетовым.
Soft Rose можно совместить с розовым. Посмотрите, какая палитра. На мой взгляд, очень красиво и прикольно, можно поэкспериментировать. Так, Rose, Iris, Daisy и Clivia. Так, очень хорошее совмещение. Так, ну отлично, пока мы с вами немножечко поговорили, подсох наш ноготь, и мы можем продолжать этап моделирования. Набираю, посмотрите, вообще небольшую, совсем незначительную горошинку, потому что у нас уже заложилась толщина торца. Смотрите, она достаточно приличная. То есть нам нужно заложить только вот толщину, наполнить в центре. Продольный изгиб, поэтому я беру акригель фестиваль сверху, делаю выкладку небольшую, просто наполняю центр. Также вот на Clivia, на гель, прямо апельсиновой палочкой свожу на нет. Если вы хотите блестка добавить, ну, можете чуть-чуть там под кутикулу еще пройти. И все. Акригель материал достаточно жесткий. Мы можем себе позволить моделировать не такую-то гигантскую сильно толщину. Я вот сейчас вижу, что мне даже многовато. Потому излишки можно стянуть. То есть он, конечно, держится вообще железобетонно, особенно с учетом декоративных элементов. Наверное, мастера все знают, что в материале, даже если мы говорим о лаковом покрытии, и в лаковом покрытии присутствуют там какие-то элементы шиммерные, он у нас гораздо лучше держится, чем просто однотон. Вот с гелями то же самое, с акригелями та же самая история, когда у нас есть внутри декоративные элементы, конструкция вообще мега-мега-мега бетонная. Выложили, подсушим и можем приступать к опилу. Акригель достаточно комфортно пилится. Сегодня с фестивалем мы работаем. Несмотря на то, что материал жесткий, в опиле очень он комфортный. Каких-то проблем не вызывает. Поэтому, так, что у меня тут крышечки. В летний сейчас, летний-весенний сезон, очень такой классный выход. Сразу вам подложка, не надо заморачиваться, чего-то там вот это в аквариум выкладывать. То есть вариант простой, очень хорошо зайдет мастерам, у которых нет такого сильно большого опыта моделирования. С витражами, там, слой на слой выкладывать, просушивать. Здесь можно, скажем так, сделать это достаточно быстро и при этом получить хороший результат. Так, ноготок просушивается. Сейчас, секунду, пилочку. Про пилочки, то, о чем я говорила. Смотрите, можно работать белой 100 на 180, можно работать серой 100 на 180. Достаточно хорошо пилится и так, и так. Ноготок я после просушки обезжириваю, показываю и той пилочкой. Особо без усилий оставляю. Видите, я установила, открыла толщину торца, ну, буквально в несколько движений. Видно, все, у меня хорошая такая классическая салонная толщина торца. И боковые параллели также с запасом на опил. Открыла толщину торца, выравниваю боковую параллель. Чуть снизу, чуть сбоку с одной стороны. Чуть снизу, чуть сбоку, с другой стороны, так как мы выкладывали с запасом на опил, с некоторым провисанием. Теперь мы из этого провисания формируем толщину торца. С одной, с другой стороны, смотрим в торец, чтобы уголки свободного края находились на одном уровне, и можем спокойно начинать поверхностный опил. Опиливаю сейчас зону свободного края. Пилю полностью всей плоскостью пилочкой, движение туда-сюда выполняю. Для того, чтобы у меня скорость опила была максимально эффективна. Так. Подтягиваю сейчас, смотрю в торец. Торец выравниваю, чтобы по всему периметру свободного края у меня толщина была везде идентичная.
Смотрите, видите, хороший какой получается. И такой с заужением, не широкий. И теперь уже могу выходить на центр. Сильно в зоне кутикулы я пилить не буду. Во-первых, я проходилась фрезой, то есть я обрабатывала кутикулу. И плюс еще кливия у нас лег достаточно тонко. То есть там нет никакого бугра, никакого... Давай сюда чуть-чуть. Никакого перехода, то есть необходимости там что-то выпиливать абсолютно никакой нет. Мы только выравниваем. Перехожу с другой стороны на боковую поверхность. Когда боковую поверхность опиливаю, я точно так же смотрю в торец на толщину боковой поверхности именно со стороны торца, чтобы мне было видно, сколько у меня там материала. Здесь чуть-чуть я убираю. По сути, ноготок наш готов. То есть нам осталось его только зашлифовать. Очень важный нюанс, когда вы работаете с акригелями в фестиваль, у них в составе вот этот шиммер, присутствуют декоративные вот эти элементы, конечно же, они идут в пропил. И поэтому шлифовать нужно очень тщательно. Шлифовщиком работать хорошо, чтобы вам потом в финишном покрытии ничего нигде не мешало и не торчало. Ну, смотрите, такой вариант. Берем шлифовщик и качественно снимаем также блеск и в зоне кутикулы. Все, и ноготок готов. Дальше вы можете уже использовать любые декоративные элементы. Кто любит рисовать прорисовку, кто не любит там шармиконы, нейл-дрессы, пожалуйста, и все, и ноготок готов. Жесткий, прочный, носибельный, и при этом не заморачиваемся с внутренним наполнением, так как материал у нас уже с элементами. Ну, такой простой, достаточно простой вариант моделирования. Сейчас я уберу опил. Такую сделали мы небольшую длину. Я влажной салфеткой сейчас убираю опил. Сделали салонный вариант, который остается только перекрыть финишем. То есть акригель прозрачный, да, мы видим, что на просвет у нас ноготок светится, он такой более такой стеклянный, витражный, уже с элементами, но явного перехода, то есть явной такой границы по линии гипонихия, ее не наблюдается. Поэтому мы можем совершенно спокойно перекрывать топ теклосом. Это финишное покрытие без липкого слоя. Акригели фестиваль можно совершенно спокойно миксовать с софтами, софтами гелями. Цветовая палитра позволяет нам это делать. Смотрите, перекрываю топ теклосом. При отрастании, кстати, граница так будет, ну, скажем, не так четко видна, если бы мы акригелем сразу выкладывали от кутикулы. Все, топ-теклосом перекрыли. Конечно, когда у нас есть внутри какой-то блеск, лучше смотрится под глянцевым топом, на мой взгляд. Но для любителей матового финиша можно точно так же и матовый топ использовать. Покрытие выравниваем. Видите, я зашлифовала ноготь, ничего не торчит. Декоративные элементы не торчат. То есть то, что в пропил ушло, оно все полностью убралось пилочкой и доработалось шлифовщиком. Отправляем ноготок на просушку. Если есть вопросы, пока ноготок у нас просыхает, я с удовольствием с вами пообщаюсь, на вопросы отвечу. Мы сегодня в таком варианте с вами работали. Такое делали совмещение. Также предлагаю попробовать еще раз. Вот специально даже... Кригели открывать, наверное, я не буду. Смотрите. Предлагаю вам попробовать. Вот такой вариант. Кладу, девчонки, может кто-то заскринит, если нужна информация такая. Именно по сочетанию, по цветовому сочетанию. Очень интересно, очень прикольно. Такая весна-лето.
Причем даже если мы совместим и сделаем это в компоновке с разными ногтями, это тоже будет очень интересно, очень красиво смотреться. Поэтому такой разброс и полет для творчества, он у мастера всегда присутствует. Сегодня мы с вами вот такой вариант сделали. Кригель Фестиваль Грин и Софт Кливия Гель совместили и сделали салон и такой простенький витражный ноготок уже с готовыми декоративными элементами. Так, ну, смотрю, вопросов нет. Если все же они у вас будут, если все же они у вас остались, хотите пообщаться, пишите в комментариях, потому что эфир обязательно мы сохраняем всегда. И в комментариях я тогда смогу вам на ваши вопросы ответить. Всем хорошего дня желаю, творческих успехов. Потом можно перекрыть ультрашайн. Да, девочки, вот вопросы. Давайте еще побудем немножко. Можно перекрывать и ультрашайн. Для идеала можно было с левой стороны попилить. Да, согласна с вами, можно было и с левой стороны попилить тоже. Так, еще вопросы. Такое цветовое сочетание сегодня вам предложила Кригель Фестиваль в сочетании с софтами. И вам спасибо. Всех рада была видеть. Тоже всем спасибо за эфир. Как делать коррекцию? Коррекцию можно точно так же на ваш выбор докладывать на 1/3 отросшей части. Можно докладывать кливия, убирать длину. Ну, конечно же, потихонечку, постепенно у вас материал будет срастать. Понятно, что это не навеки. Но я думаю, что 1-2 коррекции спокойно можно с сохранением кончика прозрачного сделать. Ну, смотрите, если вы хотите в следующий раз, у вас были ногти зеленые, а в следующий раз вы хотите, чтобы они у вас были фиолетовые или розовые, то, конечно, материал нужно будет убирать полностью, да. Полностью нужно будет спиливать, либо корректировать с отрастанием, уходить просто в скульптуру, например, при коррекции не добавлять акригель фестиваль, а добавлять только софт гель в зону кутикулы и уже, например, выполнять там цветное покрытие. А для сохранения эффекта 2 коррекции будет спокойно. Можно будет спокойно сделать. Так, вопросы. Ну, давайте еще пообщаемся, если есть еще вопросы, девочки. Еще. Так, ну, кто-то только присоединяется. Так, ну, все, я так понимаю, что вопросов уже нет, поэтому пишите комментарии. И обязательно. Так, коррекция опять. Как вы коррекцию рассчитываете, если нужно спилить весь материал, дороже берете? Так, ну вообще стоимость коррекции, я не думаю, что должна стоить от того, как вы спиливаете материал или нет, потому что все равно вы стоимость коррекции закладываете, да, кто-то у вас придет, где-то будет отслойки, где-то будет ремонт, смотрите, как вы считаете, если вы считаете все по отдельности, как бы это один вариант, если у вас стоимость коррекции фиксирована, стоимость наращивания фиксирована, то закладывается все в стоимость. Опять-таки, все зависит от того сегмента, в котором вы работаете, в каком салоне вы работаете, на дому вы работаете, в каком регионе. То есть там стоимость от очень многих факторов может складываться. Я бы дороже не брала за полное снятие и, например, переделывание. Ну, на мой взгляд, это более лояльное отношение к клиентам. Если мы берем в комплексе за процедуру определенную стоимость, она фиксированная, клиент идет на маникюр, он сразу понимает, сколько ему обойдется эта процедура. Ну, например, там 2000, 3000, 5000, он сразу понимает. А не по факту, да, что я сейчас тебе вот на этих ногтях у тебя будет вот это стоит столько-то, на вот этих столько-то, и в итоге непонятно, какая сумма выходит. Поэтому все-таки для клиентов лучше фиксируйте стоимость. Ну, это вот мой такой взгляд. Как пройти обучение? Девочки, по поводу обучения напишите в директ, пожалуйста, какое обучение вас интересует, онлайн, офлайн, и менеджеры по курсам обязательно ответят на все вопросы, потому что ну, я не могу, к сожалению, объять необъятно и качественно вас проконсультировать по вопросам обучения.
Так, ну все, время у нас уже заканчивается. Всех рада была видеть. Еще раз всем спасибо большое и всего хорошего. И до новых встреч в наших следующих эфирах.